Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр. Мы продолжаем играть, наверное, это будет заключительный ролик по Батхаусу. Поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. День третий, никуда не хочу идти. Зря я согласилась на эту работу. Это мы все видели. День третий, да. Наверное, это предпоследний день, там уже кто-то стучится. Пошли узнаем, кто это к нам стучится домой. Так. Так, сюда. До свидания. Не знаю, что он пришел, вроде еще ночь. А, нет, уже утро, наверное. Давай, ладно. Кстати, я посмотрел, вроде... Ну, как твои успехи? Хорошо спалось? И я слышала голос девушки, которая представилась работницей бани. Давай спросим, да, про девушку. Есть ли еще сотрудники? Для такой глуши это неудивительно. Знаешь, духи и все прочие чаще появляются там. Где меньше всего людей, верно? Так что в нашей деревне и такое бывает. Если это действительно как-то связано с духами или даже проклятиями, загляни в ближайшее святилище, прежде чем приступать к работе. Там обитает священник, поговори с ним. Думаю, он точно сможет что-нибудь придумать. Я ведь тоже переживаю, что ты не можешь работать в полном спокойствии. Так что обязательно сходи к нему. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, я, в общем-то, пошел. Иди. Странно, что он ко мне заглянул так. Неудивительно. Удивительно, точнее. В общем, понятно. Пошли тогда к священнику зайдем. Посмотрим, что он нам скажет. Блять, почему на этом месте подлагивает? Не понимаю. Я, в общем, посмотрел, вроде и как по звукам уменьшил на микшере игру. И вроде стало более-менее нормально. Более-менее слышно, вроде как мне показалось. Пошли к священнику. Так. Ой, а это что, срывать? А это некрасиво. Ну-ка, давай назад положим. Ну ладно, извините. Это тот, который стоял. Все, я понял. Понял. Так это о вас мне рассказывал хозяин бани. Я Майна. Майна, вам следует отдать должное, раз вы решились приехать в такую деревню. Мы нигде не виделись раньше. Не думаю. Ясно. Так что же вас что-то беспокоит? Мне не нравится хозяин. В бане происходят странные вещи. Странные вещи. Да, к сожалению, я могу понять, о чем вы. Я чувствую, как над вами сгущается зло. Как только вы прибыли в деревню, это ощущение лишь усилилось. Что ж, для начала я дарую вам благословение 8 миллионов богов. Хорошо, спасибо. И еще одно. Никогда не расстраивайтесь с этим... не расставайтесь с этим амулетом. Да заряд ваш путь 8 миллионов богов. И, блядь, что мне с ним? Браслет. Амулет. Браслет. Короче, когда появится дух, надо этот достать амулет, я понял. Хорошо. Так, а мне с ним больше не поговорить? Блять, я бы тебя взял на превьюху. Ну, не знаю, посмотрим. Но, блять, ты очень темный. А если я сделаю вот так? 0,3 яркость. Давай, 1,5. Ебать, как ярко. Вообще нихуя не изменилось. Ладно. 0,3. Ой, ладно, пошли дальше. Думал, на превьюху его возьму, а походу не возьму. Пошли в баню. Там вроде осталось-то 2 дня. Хотя тут дофига, наверное, концовок разных. Не. Вы здесь работаете? Это мастер. Меня вызвали починить бойлер. Я только что закончил. С этим местом что-то не так. У меня нет ни малейшего желания сюда возвращаться. С бойлером теперь все в порядке, так что не вызывайте меня, пожалуйста, больше.
Это твоя работа. Извини, пожалуйста, что мы тебя побеспокоили. Так, давай посмотрим, что по температурам. По температурам все ужасно плохо, поэтому пошли-ка мы. Да, блядь. Полотенце, бритва и влажный салфет. Вот тебе полотенце. Вот тебе бритва. И вот тебе влажные салфетки. Приятного помыва. Не могли бы вы выслушать меня? Сегодня я договорилась встретиться здесь с подругой. Но у нее деменция. Поэтому я очень беспокоюсь. Хорошо. Мне-то зачем вы это сказали? Пошли быстренько в баньку. Мы должны успеть растопить, а то они там замерзнут. Секунду. Блять. Вот дали бы время, конечно, какое-нибудь на открытие. Так, женскую сначала. Женскую подтопить. Еще чуть-чуть. Хорошо. Желтую. Желтую. Ой, мужскую. Блять, сгорят теперь еще, не дай бог. Ставлю-ка я вот так вот. Она еще растопится, поэтому там будет вообще огонь. Я боюсь, что мне придется убавлять. Чуть ли не через минут 5-10. Здравствуйте, извините, пожалуйста, что так долго. Нате, держите вам шампунь для ваших шикарных локон. А баня так полезна для красоты. Так, надо встретить у бабули. А где она? А, вот она. Пропала. А, это не бабуля была, вот бабуля. А поговорить с ней нельзя? Сказать, типа, вы ничего тут не видели, девушку? А, так ты девушка, что ли? Ебать. Я думал, парень. Ой. Так. По температуре вроде нормально. Блять, не могу откашляться. По температуре все хорошо. Здравствуйте. Блять, у меня так шампуни не останется. Вы что-нибудь другое будете брать? Нами. Что? Не пялься на меня так. Я, блядь, девушка. Что такого-то? Я ж не мужик. На тебя пялец. Ну, в игре я не буду. Так, хорошо. Все. Все отлично. Все прекрасно. Так, по температуре. По температуре все хорошо. По температуре нет проблем. Так, давай посмотрим. Никто тут с татуировками, никто тут волосы не красит, ничего не делает. Вроде нет, вроде все нормально. Пошли назад. Так, клиент новый. Хорошо. Здрасте. Блять, вы серьезно? Вы все только за шампунем приходите? Челапин. Челапин. Чила-чила-чилапин. Чила-чила-пи-пи. Чилапин, чила-чила-чилатекс. Чилатекис. Прошу прощения. Челапин? Ах, простите. Вы ведь еще не знакомы с учением Чилатекиса. Блять, клиент ушел. Чилатекиса? Чилапин. Вы не в курсе о Чилатекисе? Это просто ужасно. Чилатекис — это божественное существо. Нет, даже нечто больше. Чилатекис всегда рядом с нами. Мир во всем мире будет достигнут при слиянии с Чилатекисом в единое целое. Он влечет к вселенской гармонии и вселенскому покою. Благодаря Чилатекису мы освободимся от всех печалей и страданий. Он ведет нас к новой стадии бытия. Чипинке! Чипинке! Теперь вы понимаете, что нужно для того, чтобы кот ушел, чтобы слиться с ним воедино. Да, именно в этом священном предмете заключена его душа. Обычно его разрешается носить только лишь прозревшим. Но сегодня я готов вам отдать его всего за 1 миллион йен. Ты чё? Челабин, Чилатекис. Какое несчастье. Но знаете, если вы одумаетесь и захотите вернуться, Чилатекис уже не примет вас. Вы идете по тому же пути, что и она. И все же,
И все, что вам останется, это жалеть об этом до конца своих дней. Челобин, челобин. Ебанулся, что ли? Такую хуйню мне еще не впаривали. Так, а чё клиент ушел, я не понял. Чё не так-то? Вообще, кто ушел, бабка или этот? Чудо Локуна. Локуна. Не понял. Тут же вроде... А, они оба ушли. Ну все, ладно. Чё там за звук? Так, по-моему, там запрещено приносить с собой какие-то предметы, не? Блять, да подожди. Ну ладно, вроде не запрещено. Важные салфетки. Гель для душ. Я профессиональный хиромант. Дайте взглянуть на вашу руку. Нет, спасибо. У вас красивая гладкая рука. Я очень давно не держал такую женскую ладонь. Сейчас посмотрим. Похоже, у вас есть глубокая связь с этой деревней. Вы местная? Нет, только недавно приехал. Такого быть не может. Ах, вы же... Вот же эта линия. Похоже, что здесь вы пережили нечто очень неприятное. Некую физическую боль, не так ли? Пожалуйста, не несите чушь. Я просто транслирую то, что говорит ваша рука. Следующая линия. Ах, у вас сильнейшее чувство обиды и любви. Это не может быть. Отпусти уже и иди в баню, нахуй. Ну что ж, всего хорошего. Не надо мне зубы заговаривать, хиромант. Челобин. Челобин. Челотеки сломан. Он наверняка разъярен. Это все твоя вина. Ты разозлила его. Теперь тебе конец. Этого никак не избежать. Ты разгневала Челотекиса. Блять. Даже не представляешь, какая смерть тебя ждет. Пиздец. Опять ты. Даже ничего не надо. А это, наверное, этот телохранитель мой местный. Ему вообще от меня ничего не надо. Он просто так приходит в баню посмотреть. Посмотрит порядок в бане. Если есть, то отлично, он уйдет потом. Все нормально? Все отлично. Блять, баню, температуру надо посмотреть. По-моему, там горит. Да нет, все нормально. Че? Зачем эта камера нужна, я не понимаю. Так, пополним ассортимент. А этот случайно не этот с плакатов, которого разыскивают? У меня есть телефон, да? Только позвонить я никуда не могу. Может, ты знаешь что-нибудь? Блять, я пропустил. Можешь еще рассказать? Можешь рассказать мне о ней? В том-то и проблема, что я ничего не знаю. Единственное, что я уверен, что она в этой деревне. А это, случайно, не ты на тех объявлениях? Ах, ты видела объявление? Я ничего плохого не делал. Поверь мне. Кажется, в той деревне кто-то не самого лучшего мнения обо мне. Он и расклеивает все эти странные объявления. В любом случае, клянусь, что я ничего не сделал плохого. Это какое-то недоразумение. Пожалуйста, дай мне знать, если выяснишь что-то о сестре. Понятно, он, короче, ищет сестру. А, сестра, наверное, работала как раз до этого в этой бане. Самая первая работница. Сотрудница. В общем, она пропала, это ее брат. Он пришел ее найти, ее нету нигде. Блять, тогда все, в принципе, понятно, что он тут ошивается. Я знаю правду, но он мне не поверит. Он скажет, что я с ума сошла. И все. И больше ничего. Иду. Влажные салфетки. Шампунь. Бритва.
и стандарт полотенце. А? Ах, вот ты где! Я тебя уже заискалась, а ты ведь совсем не изменилась. Кто? Что произошло? Что опять произошло? Блять, вот с этими затемнениями ни хрена не понятно, что происходит в игре. Ну да ладно. Так, хорошо. Давай этот. Третью еще не слушаю. Телевизор могу включать? Может, что-то по телеканалам покажет полезное. Так, идет еще один. Сейчас, погоди, пострю. По банькам. По температуре. Здравствуйте. Гель для душа. Пожалуйста, ваш гель. С вас 500 йен. Ага. Эй, малявка, ты чего здесь забыла? На подработке? Ты да... Ты ж даже в обществе не успела еще поработать нормально, принцесса. Думаешь, это тебе по зубам? Что ж, давай настрадайся тут от души. Блядь, чего у меня все хейтите? Человек пришел зарабатывать деньги. Он работает. Усердно работает. А вам все не так. Молоко. Нет молока. Ну откуда ж я вам, бабушка, найду молоко-то, а? Тут-то нету его. Молоко в бане, это такое все. Так, ты чё? Есть татуировки? Нет. Все нормально. А ничего так-то, что девушка ходит в мужскую баню? Вообще, по-моему, этот... Женщины в женскую баню, мужчины в мужскую баню могут заходить. Ёб ты мать. Гель для душа, влажные салфетки, полотенце и шампунь. Гель для душа. Да. Влажные салфетки, полотенце, шампунь. И... Иди, пожалуйста. Скорбь, агония и гнев. Баня, глубокое чувство, девушка... Здравствуйте. Бля. Бать меня кроет. Чё по температуре? Чё-то прям уже конкретно. Может, стоит задуматься о переходе на другую работу? Ой. Тело. А. Ты это... Суно. Я решил покончить с собой. Смерть — это единственный выход. Ты что, с ума сошел? Я тебя жизнь спас. Блять, еще не сидел. Ну ладно, хрен с тобой, уберу я. Только живи. Что-то он побледнел, по-моему, нет? Ребенок? Ты родила? Это все из-за него. Какого черта случилось со мной? Опасно. Ее чувства затягивают. Вот это да. У меня еще никогда не было принятия родов в баде. Поздравляю. Может, вам лучше скорую вызвать, а? Да нет молока, бабуль, ну. Может, вам хотя бы полотенце дать? Ребенка завернете хотя бы. Ну, замерзнет, на улице ветер. Холодно. Так, кто-то дверь закрыл. А? Закончился? Рабочий день. Бабуль, да нет молока, баня закрыта, можно я начну убираться, пожалуйста? Ой, блядь, хозяин пришел. Чего у вас, скусим? Сегодня ты допустила некоторые ошибки.
какое-то достижение, короче, но все в пределах нормы. Ты постаралась на славу. Сегодня попрошу тебя отмыть зеркала. Для начала смой с них грязь водой из душа, а затем протри насухо тряпкой. Рассчитываю на тебя. Хорошо, зеркала. О, пуля уже ушла. Хорошо. А, зеркала. Так. Это не надо, нет? Бля. А, вот так вот, да? Хорошо. Это не надо. Ой, сейчас кто-то будет там сзади стоять. Ой, ну понятно. Я там отражение увижу или что-то голову, да? По-любому. Ну какая... Зеркать. Блять, а как вы умудряетесь так застроить зеркало? Что оно уж чуть ли не ржавчиной покрыто у вас. Ой. Так вот, отлично. Сейчас что-то произойдет, давай. На последнем зеркале или на предпоследнем что-нибудь произойдет. Опа! Где еще грязь? О! И вот это. Давай, я уже жду подвоха. Закончила наконец. Самое время пойти в душ. Так, ну, у этого же зеркала и остановимся, в принципе. Опа, я тебя видел. После вчерашнего у меня больше нет желания принимать ванну. Может, стоит сходить в сауну? Конечно, давай, самое то. А может, ну его нафиг, мы уйдем отсюда, нет? Сама же сказала, никакого желания принимать ван... А, не могу, да? Блять, ну там же погибла девушка. Ну серьезно, ты идешь туда опять. Ну понятно, это плохая концовка будет сейчас, значит. Попробую продержаться как можно больше. Не совсем понимаю, как это работает. А! Нихуя. Повторяем. Не понял, как это играется. Попробую еще раз. Окей. Окей. Все, я понял. Мне надо в любом случае нажимать на эти кнопки, да? Ебать. Это же сложно. Давай. Давай. Еще чуть-чуть. Все, больше не могу, надо выйти и окунуться в холодную воду. У меня получилось. Киньте уточку. Так, все. Что ж, еще разок. Блять, еще раз в баню. Серьезно. А может, ну его нафиг, сам.
с этой сауной. Мышка? Серьезно? С мышкой, по-моему, попроще, нет? Ну давай. Ну еще чуть-чуть. Вот. Так бы сразу. И еще раз окунуться. И в третий раз. Там уже будет использоваться, наверное, какой-нибудь пробел. Нет? Все? Выходить? И еще раз. Конечно, там уже кто-то был в виде тени, а мы все равно пойдем. Блин, а я уже приноровился. Ой-ой-ой, меня отвлекают, слышь, стой! Может, стоит задуматься? Быстрее! Молоко нашла? Где молоко? У тебя есть молоко, мое молоко! У меня в магазинчике найдется молоко, пойдем заберешь его сама. Ё-моё! Ебать, что тебе нужно? Лицо твое лицо, глаза эти глаза, твои глаза, где-то я их уже... Молоко. Поможешь в магазине, дам тебе молока. Вот, товары в коробке, разложи их на полке. А я могу отказаться-то, слышь? На полке. На. А. Хорошо. 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 Куда их еще разложить? Еще сюда? А все, не могу. А, вот, сюда еще. Внимательно присмотрись к товарам на той же полке. О! Не знаю, в кого стрелять. Хорошо. О, так я могу и так делать. Так а кого мне стрелять-то? А, я одним патроном могу двоих убивать. Тише. Тише. Рекорды ставим. Так, вот это сложно. Хорошо. 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 Да, а еще меньше ты не могли сделать. О, нормально, пулемет.
хорошо. Да, тише, тише. А, я почти выиграл. О, режим игры, а. Так, ну. Я молодец вроде. Так, что, еще не все? На какие полки-то еще тебе поставить? Я даже не знаю, вроде все расставил. А, может еще... А-а-а, блядь, их еще и повернуть надо. Ох ты, ё-моё. Сложности-то как... Ага. Бля, вот так вот. Как неудобно-то. А зачем их переворачивать? Их все равно чувак возьмет, какой-нибудь положит потом назад. Блядь, нет. Вот так. Так. Блять, а как повернуть его? Во, вот так. Блять, ну почти. Вот так. О. Так, и это задом. Только, блять, ее перевернуть надо. Вот так вот. Хорошо. Все правильно? Дальше. Блять. Куда я ввязался? Блять. А может я вот так как-то... Ага. Хорошо. Тут, значит, красное бочком. Красное бочком. Бочком. И вот так вот. Хорошо. Не совсем так, а вот так. Вот. Хорошо, прекрасно. Тут лежа. Лежа. Блять, вроде работал в бане. Как-то внезапно стал работать в продуктовом. Так, что не так? Да нет, все так вроде. А, там белыми. О, блять, да поверни ты ее бочком-то, ё-моё. Вот, блять. Вот, хорошо. Все так? То же самое. Выложи их в том же направлении. А чего не так? А, последнюю не увидел. Извините, пожалуйста. Все, сейчас. Сейчас все будет. Блять, как неудобно ее поворачивать-то. А, там наоборот. Блять. Вот так вот. Правильно? В смысле неправильно? А чё не так? А, блядь. Ещё и такие. Вот эти, блядь, да поверни ты её. Как же она неудобно крутится, это просто ужас. Беленький. Блядь, не так. Вот так, короче, и вот. Она крутится вообще неправильно, блять, корево как. Хорошо, да дальше. Слушай, ты сама не можешь разложить? Какого хрена я тебе в этом помогаю? А, это что вообще такое? Стикс. Наверное, палки. Погоди. А стикс-то как выкладывать? Вот так, наверное. Наоборот, переверни. Да, блядь, не так. Ох, блядь, это управление. С поворотами это просто кошмар. Вот. Вот так. Чего не так? А, кверху ногами. Извини, сейчас все исправим. Вот так. Чего не так? А, по цветам. Ой, блядь. Извините, пожалуйста. Черный сюда. Бачко.
Не этим бочком, вот этим, наверное, бочком. А, вообще вот так надо, лёжа. И вот так вот. Во. Хорошо, тут кверх ногами. Блять, как неудобно. И чтоб стояло. Вот так. Тут какой синий. Синий, дай синий. А синий боком. И лицевой направо. Лицевой направо, говорю тебе. Ё-моё, да стоя надо. Вот так. Нет? А, две так, две так. Все понял. Извините. Вот так вот, блять. Поверни ее нормально. Да как это неудобно-то, ё-моё. Не так. Вот так, блять. Вот. Вот так. А, понял. Подожди. Боком и туда. Все, понял. Вот так будет правильно. А, красные лежа направо на спинке. Хорошо. Красные вот так. По-моему, нет. А, наоборот. Вот так. Что, не так? А, эти на друг друга смотрят, да? Но лежат-то они как? Ага, вот так что ли? А, нет, там лицевой они лежат. Вот так. Чё не так? А чё не так? А чё не так? Вот так, что ли, надо было? Нет. Вот так? Нет. Вот так? Нет. Вот так? Нет. Вот так? Нет. А, может, вообще вот так? Нет, так, по-моему, было у меня. Может, стоя? Не понял. Вот с этим не понимаю. Они лицевой наверх. То есть вот так. Это правильно будет. Они смотрят друг на друга. Правильно? Может, конечно, вот так. А, серьезно? Понял. Дальше, последнее. Ну давай лапша. А по лапше чего? Белая. Везде не хватает своего цвета, да, как я понял? А там что, какие идут? Баночки. Давай-ка я вот так пока сделаю. Баночки, лапшу такую брал, вот эту не брал. И, по-моему, еще идет вот эта лапша, да? А у меня есть... Вот этой нету. Ага, сначала журналы идут. Журналы снизу. Журналы у нас как? Вот как-то вот, вот так вот. Не так вот, блядь, а боком, боком. Вот, блядь, да вот... Так. Да ёпт мать. Да переверни ты ее не так, вот так. Что, не так? А как? А-а-а! Вот так. Все, я понял. Вот так, по-моему. Погоди, там утка как? Ой, блядь, как это все, блядь, зачем делать механику, которая очень плохая? Во. Так, а тут что идут? Тут идут две упаковки чипсов, да, как я понял? Это вот это. А как они лежат? По-моему, они лежат... Вот как-то вот так. Ага. Тут коробка.
коробочки сюда. Ты еще по алфавиту их расставляй. И банки. Баночки. Вот так вот. Нет? А как? Вот так вот. Хорошо. Закончила? Вот молоко. И еще. Кажется, тебе лучше взять это с собой. Возьми. Все-таки это было так давно. 20 лет, что ли? Твои глаза прям как у сотрудницы с тех времен. Проклятие бани. Похоже, оно на тебя не действует. Должна быть причина. На тебя преследует что-то другое, правда? Что-то очень сильное. Не проклятие, а нечто другое. Более неприятное. Пока оно не может тебе навредить. Пока. Я давно живу здесь, много знаю. Будь осторожна. Матрешка. Блять. Был сотрудником бани, стал сотрудником продуктового магазина. Вообще мне должны были тогда доплатить. Есть и вторая. Блять, этот ключик надо взять. А может я молоко-то в этот отнесу? А, наверное, все-таки молоко-то надо было отнести в баню. Блять, ну зачем в бане молоко, не понимаю. Ну хорошо, допустим. Прикинь, если... Это еще не заключительный ролик будет. О! Эй, да это же браслет моей дочери! Отдай его, драгоценный браслет! Йоко? Йоко! Что, блядь, тебе произошло? Ты куда телепортируешься? Йоко? Ха-ха-ха, чё, блядь? Вот такая. Чё, чего, блядь? Кукуха-то в нос. Чиноцы такая. Пришла в себя. О. Ты так меня напугала, я уж было подумал, что ты умерла. У меня будет много проблем, если ты умрешь. Я серьезно, тебе пока нельзя умирать. В смысле пока? Мне вообще нельзя умирать у тебя на работе. А, да нет. Я имел в виду, что будет очень много проблем без твоей помощи, конечно. Эта баня, она проклята. Извините, вы ведь... Видели, что произошло перед тем, как я потерял сознание? Mm-hmm. Yeah. Нет, когда я пришел, ты уже лежала тут. Я просто... Ай, извини. Должно быть, с тобой что-то неприятное случилось. Это не самая простая работа, но я все понимаю, Майна. Пожалуйста, постарайся еще немного. Ему вообще похуй на самочувствие мое. О. Я, конечно, начала работать совсем недавно, но я больше так не могу. Я хочу уволиться. Ну чё? Скорее всего... Снова хозяин? Я больше не хочу с ним разговаривать. Скорее всего, еще будет на один ролик. Блять, я думал, ну, день быстро пролетит, и... Это последний вроде день оставался. Ладно. Значит, самое... Майна? Майна, вы здесь? Значит, самое вкусное оставим напоследок. Вот. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании под этим видео. Блять, конечно, с бабкой-то вообще было перебор. Прям вообще сделали этот... Психоделику, ладно. Тогда в следующий раз, наверное, будет финал. Вот.
Всем еще раз спасибо за просмотр и всем пока.